Подать заявление на улучшение жилищных условий при помощи материнского капитала можно в банке. Для этого необходимо оформить соответствующее обращение в кредитную организацию. Банк направляет заявление в пенсионный фонд для принятия решения. То есть гражданам не нужно обращаться в ПФР и другие организации. Достаточно лишь в кредитную организацию, с которой заключено соглашение. Там горожане смогут оформить займ и заявление на распоряжение средствами материнского капитала. Отделение ПФР по Магаданской области сотрудничает со Сбербанком, ВТБ, АТБ и Россельхозбанком. В этом году более 200 северян воспользовались материнским капиталом на улучшение жилищных условий. Из них 140 – на погашение кредитов.